Они убили Анвара. Последние новости. Аль-Шабаб казнила подозреваемого осведомителя. Удачи сегодня, Фрэнк. Боевики сомалийской Аль-Шабаб опубликовали сегодня этот снимок неизвестного человека, казненного в Найроби. Группировка Аль-Шабаб намерена распространить свой строгий вариант шариата по всему Африканскому Рогу. Они резко осуждают роль Британии и кенийской армии в поддержке сомалийского правительства. Представьте сами. Доброе утро, мэм. Лейтенант Стив Уотс, командир экипажа. Пилот. Рядовой ВВС Керри Гершин. Оператор. Сержант ВВС Мэтт Ливери. Координатор разведданных. Спасибо. Сегодня мы проведем совместную операцию в Найроби, Кения, под кодовым обозначением «Цапля». У нас есть разведданные о встрече ключевых членов Аль-Шабаб в пригороде Паркленд, в этом доме. Он принадлежит человеку по имени Шахид Ахмед, координатору Аль-Шабаба. Этот дом должен посетить этот человек. Сомалиец Аль-Хади и его жена Аиша Аль-Хади, бывшая британская подданная Сьюзен Хелен Денфорд. Пек 9-0. Это Шоумен 5-0. Отправьте Ринго на объект. Нужно подтверждение личности. Алия! لكن أنا هرت وقوع عيارك سماه. ها أب أنا هرت وقوع عيارك تا وعيارك تا عيار. Каков план, генерал? Используя беспилотник, мы можем нанести довольно точный удар по цели. Премьер-министр одобрил операцию, и как генеральный прокурор я должен засвидетельствовать это. Мы хотим вернуть ее в страну и судить. Ясно. Сообщу об этом полковнику Пауэллу. Предупреждаю, Кобра не намерена устранять ее. Требуется только поимка. Невозможно, пока она не уедет. Каков план, Кэтрин? Нужно пустить Хеллфайеры сейчас же. Я же говорил, они хотят быть свидетелями поимки, а не убийства. Каковы варианты захвата? У нас нет вариантов захвата. Любое действие на земле приведет к вооруженному столкновению, которое мы не выдержим. Они следят. Даже несмотря на пояса, нам нужно их подтверждение на удар. Так скажи им, что мы видим Денфорд. Одного этого достаточно для оправдания удара. Пояса лишь бонус. Денфорд британская подданная, она нужна им Они живой. Они не получат ее живой.